Несколько сотен километров от Москвы идет другая жизнь. В другом ритме, в иных ценностях, где сохранилась гармония тысячелетнего существования человека и природы. И одно из таких мест – национальный парк Орловское Полесье. Люди здесь всегда ощущали себя частью природы. Это нашло отражение в самобытной истории, традициях и, конечно, народном фольклоре. В 1996 году с выпуска первых 10 зубров началась серьезная работа по созданию вольноживущей популяции вида. Впервые в одном месте сосредоточился весь мировой генофонд европейского зубра. Это особенно важно, потому что в начале 20 века зубр, как вид, был практически истреблен. Часто задают вопрос, зачем столько усилий, зачем это все, а зачем зубр? Ну, во-первых, когда отвечаешь на этот вопрос, все зависит от того, кто его задает. Задают ли тебе это в высоких кабинетах или задают это на лесной поляне, когда ты разговариваешь с людьми, у которых оружие и которых надо так или иначе привести в то состояние, чтобы они прониклись этой идеей. Но для меня на этот вопрос совершенно очевидный ответ, что без зубра лес – это всего лишь чаще. Ничто не сравнится с тем, когда ты выходишь на поляну, и эти лесные гиганты абсолютно тихо, расслабленно, как властелины леса, выходят на тебя. Это чувство, которое охватывает, это действительно в какой-то степени единение природы. И тогда действительно понимаешь, почему зубр очень часто у многих славянских племен был главным тотемным животным. Мощный, спокойный, практически не поддающийся никаким хищным млекопитающим. Нельзя недооценивать роль экологического просвещения. Без просвещения, используя только метод кнута, никогда бы мы не добились тех результатов, которые есть на сегодняшний момент времени. А на сегодняшний день
У нас более 500 зубров совместно с калужскими засеками и национальным парком Угра, куда мы вывозим зубров уже на протяжении 4 лет. А центром этого экологического просвещения является визит-центр национального парка «Орловское Полесье». Особо охраняемая природная территория в статусе заповедника позволяет нам обеспечить максимально комфортные условия, в частности для зубра, для дикого животного. Потому что режим наилучшим образом подходит для этих задач. Но для того, чтобы это стало возможным, надо поработать хорошо. К ним нельзя подходить, так подкрадываться. К ним нужно идти, с ними разговаривать, они реагируют уже на ваш голос. Ну что, моя красавица, умница. Вон теленочек маленький, смотри. Милка, 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 милка. А это девочка маленькая. Ой, ты моя хорошая. Так, вот это расстояние самое безопасное. Ну, смотрите, мы находимся сейчас на зубрятнике. Площадь зубрятника 2,5 гектара. Это место для передержки зубра, не для проживания, для передержки. Где он привозен с Орловского Полесья месяца 2-3. Он здесь у нас адаптируется, кормим его, а потом выпускаем в природу. Первый завоз зубров, и наша с тобой задача на сегодняшний момент возобновить международное сотрудничество и возобновить генетический обмен. Это важно, особенно важно для твоей растущей молодой популяции. Мы должны двигаться дальше. Просто пора от такого мичуринства, да, и активного разведения, то есть увеличения поголовья зубров, параллельно с ним заниматься серьезными научными исследованиями, мониторинговыми, генетическими, полноценный ветеринарный контроль за этими животными, потому что можно допустить какую-то ошибку, и вообще работа вся может пойти на смарку. Зубровый питомник.
Рёгско-террасного заповедника. Был основан сразу после окончания войны. В 1945 году, в июне, советским правительством был подписан приказ о создании Рёгско-террасного заповедника. Это беспрецедентный случай, когда полностью истребленный вид зубра был восстановлен. И мы гордимся этим, что мы можем его выпускать в среду естественного обитания. И с каждым годом мы выпускаем его больше и больше. Пока в национальные парки, там, где все-таки он находится под охраной. Он, единственное, что человек должен сделать, это не допускать, чтобы его убили. Последние два года мы вывозим зубров не только в национальный парк Угра, но и в национальный парк Смоленское Поозерье и заповедник Брянский лес. Национальный парк Смоленское Поозерье образован на территории Демидовского и Духовщинского районов Смоленской области 15 апреля 1992 года. В 1999 году национальный парк получил статус ключевой орнитологической территории международного значения. В 2002 году включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. В 2014 году вошел в число участников проекта изучения и восстановления зубра европейского в Центральной России. На территории национального парка планируется создание вольной популяции в соответствии со стратегией сохранения зубра в России. Названием своим «Смоленское Поозерье» обязано 35 большим и малым ледниковым озерам, расположенным на территории парка. Каждое из этих озер по-своему прекрасно и неповторимо. Заповедник «Брянский лес» создан 14 июля 1987 года на территории Трубчевского и Суземского районов Брянской области в междуречье Десны и Неруссы. В 2001 году заповеднику по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» был присвоен статус биосферного заповедника. На языке науки это означает, что территория Брянского леса предназначена для поиска путей и отработки моделей сбалансированного взаимодействия человека и природы. Символом заповедника стал черный аист. Эта редкая птица занесена в Красные книги России и Брянской области, ряда других государств. Я
Подъеду я коня к батюшке. Государь, государь, ты мой батюшка. Государь, ты мой батюшка. Отлов зубров из дикой природы – это абсолютно творческий процесс. Люди, которые этим занимаются, много лет охраняют, наблюдают и кормят зубра. Без таких людей мы бы не достигли тех результатов, которые есть на сегодняшний день. Вернуть такого красавца, вершину, можно сказать, пищевой цепи, зубра, который формирует лес и формировал многие сотни тысяч лет, это задача, ради которой не жалко ни сил, ни времени, ни жизни. И, наверное, так и будет.